привет! Сегодня я хочу вам показать заказ с Алиэкспресс. Давайте начнем с часов. Такие красивые часы. Они очень красивые. По бокам есть такие стразики. Мелкие, вот такие маленькие. Стразики очень красиво. Мне нравится. Вот, очень красиво смотрится на руке. Они такие красивые, молодежные, можно так сказать. Очень красивые. Вот, мне очень нравится. Они сделаны под бренд Каролина Эррера. Это Каролина Эррера одевала дочку президента Америки. Говорят, платье было красивое. Но я, конечно, сама платье не видела, но как увижу там, не знаю, я напишу в комментарии. Красивое платье или не очень. Ну, по-моему, как было. Вот. Очень красивые часы. Здесь CH. Вот. Дальше колечко. Такое красивое. Очень красивое колечко, она безразмерная. Вот, смотрите, она безразмерная. И она с чернением. Такое вот. С чернением. Вот, очень красиво, посмотрите. Вот, сзади она вот так выглядит. Очень красивое колечко. Мне нравится. Вот, посмотрите. Дальше, сейчас я хочу показать сережки. Очень красивые сережки. Сейчас я их положу на руку. Я их не буду одевать на ушки. Очень красивые сережки, посмотрите. Они, как сказать, визуально меняют шею. Вот, визуально меняют шею. Очень красивые сережки. Вот, мне не понравились. Ну, они достаточно тоже такие сами длинные. Очень красивые сережки, посмотрите. Ну вот, в общем, такие вот сережки. Ну, это пока все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите в комментарии, подписывайтесь на мой канал. И как говорил мой любимый персонаж Леопольд, ребята, давайте жить дружно!